Новая жизнь красноярского метро. Построить его обещают за 4 года и обойдется это в 48 миллиардов рублей вместо изначальных 65. По крайней мере, так заявляют в Красноярском тресте инженерно-строительных изысканий. Именно там готовят проект подземки совместно с китайскими коллегами. Специалисты из Поднебесной заявляли о желании принять участие в этой стройке еще на Красноярском экономическом форуме. Работы вести хотят с использованием современных технологий и материалов, потому и получается дешевле. Обещают 6 подземных станций, 3 надземные, мост через реку и совместимость. И совместить все с остальными видами общественного транспорта. Проект уже передали в Краевое министерство транспорта, так что теперь слово за региональными властями. Учитывая темпы развития метро в Китае, теперь такие планы уже не кажутся фантастическими. Вчера же мы дали предложение на метрополитен за 48 миллиардов. Кроме того, китайская корпорация «Поль» является одной из крупнейших китайских государственных корпораций, имеет серьезные финансовые ресурсы и фактически есть возможность решить вопрос со строительством метрополитена в кредит.